мы ведем свой репортаж отсюда, из основного лагеря. На самом деле это не так далеко от места основной трагедии. Мы стали очевидцами стихийного митинга, который организовался возле информационного центра лагеря. По последним данным, уровень воды продолжает оставаться на критическом уровне в 1,5-2 метра. Спасатели прямо сейчас решают вопросы с поставкой еды и всех необходимых вещей. Мы находимся здесь, и вы можете видеть эти ящики с необходимым оборудованием, теплыми вещами, спальными мешками, как раз всем тем, что так необходимо сейчас местным жителям. Прямо сейчас нам поступает информация о том, что часть городского аэропорта начинает свою работу снова, все неполадки устранены. Что касается эвакуационной активности, она падает, так как в центре было принято решение отправить основную часть сил на реализацию поставок свежей воды и увеличение мощности насосов. Несмотря на все эти факты, количество заболеваний диареей и острыми респираторными заболеваниями только растет. Ситуация с поставками продовольствия также улучшилась, и цены на продукты нормализуются. Напряженность растет, аварии на дорогах создают заторы. Мы продолжаем оставаться здесь, в основном лагере, для того, чтобы держать вас в центре событий. Евгения Котляр, Соянг Байек.